Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер, коллеги, партнеры. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, как меня слышно, видно. Хорошо ли? Достаточно просто плюсиков в чате. Приветствую, Владислав. Спасибо, Александр. То есть, судя по обратной связи от вас, информация, да, полученная в чате, слышно меня хорошо. Вижу, что география у нас достаточно широкая, то есть от Херсона, Украина, да, до Фокино, Дальний Восток. Приветствую, Руслан. Вот. Сегодня речь пойдет о компании Skyway Capital, о том предложении, которое она делает своим инвесторам на международном рынке. И состоять вебинар будет из двух частей, как мы это делаем традиционно. То есть сразу хочу сказать, что цель презентации, которая у нас проходит, по крайней мере, по понедельникам и четвергам, четверг это 18 часов, это донести информацию в первую очередь новичкам, да, те люди, которые от вас узнали о том, что есть возможность стать инвестором, заработать денег, да, познакомиться с технологией, то есть каждый приходит сюда по разным причинам. Постараться информацию дать кратко, то есть дать людям понять, что есть что-то в их жизни, в чем они, скажем так, не разбираются, и что-то новое, да, что может их жизнь круто изменить. Ну а дальше, после презентации, как правило, это дело техники, это ваша работа как инвестора, ваших наставников. Возможно, это активная работа нашего отдела информационной поддержки в городе Москва. Вот. Итак, как я вам говорил, презентация состоит из двух частей. Да, первая часть – это непосредственно рассказ о технологии, которую мы выводим на мировой транспортный рынок. Да. И вторая часть – это уже то, что предлагает своим партнерам, инвесторам компания Skyway Capital. Я думаю, никого нет против, да, в этой вебинарной комнате, что мы будем в таком формате двигаться. Вот. Предлагаю, если появятся какие-то вопросы, задать их по окончанию нашего вебинара. Хорошо, чтобы это не отвлекало вас, чтобы это не отвлекало меня и чтобы это не отвлекало тех людей, которые, возможно, пришли получить какую-то важную информацию. Итак, друзья, компания Skyway Capital. То есть важные четыре пункта, без которых, скажем так, наверное, нет смысла проводить данную презентацию, сказать следующее, то, что компания под названием First Skyway Invest Group зарегистрирована на территории Великобритании, да, то есть нас защищает английское право. Компания является официальным партнером группы компаний Skyway по привлечению инвестиций. Группа компаний Skyway на сегодня трудится в направлении выведения на мировой транспортный рынок новой инновационной транспортной технологии. Технологии второго уровня, о которой мы с вами сегодня еще посмотрим в видеоролике. Вот. Технологию разработал Анатолий Эдуардович Юницкий. Он еще советский, белорусский, российский инженер, изобретатель, предприниматель, да, то есть человек, который реализовывает данную технологию уже на протяжении 39 лет фактически. Но для транспортной отрасли это не очень большое время, потому что многие вещи, которые мы сегодня, скажем так, пользуемся в обиходе в транспортной отрасли, они вводились в нашу с вами жизнь порой и не одну сотню лет. Компания Skyway Capital, как вы понимаете, да, благодаря привлечению инвестиций в реализацию данного проекта, способствует своей деятельностью реализации этой технологии и способствует введению этой технологии на мировой транспортный рынок. И важный момент, на котором стоит заострить внимание, Skyway Capital перенял у корневой компании RSV System платформу привлечения инвестиций, да, она называется краудинвестинг, либо народное инвестирование. То есть любой человек может стать участником проекта, стать совладельцем технологии и в дальнейшем получать доход с огромного количества проектов, в которых технология будет реализована. Обычно я это говорю позже, но, наверное, скажу сейчас. Представьте себе ситуацию, мы сейчас все с вами живем в эру развития IT-технологий, интернет-технологий, да, то есть представьте себе 70-е годы, конец 70-х годов, там, середина 70-х годов, и к вам в дверь стучится Билл Гейтс, Стив Джобс, Майкл Делл, и говорят там следующее: уважаемые друзья, вот если вы сейчас там проинвестируете на 100, 200, 300, 500 долларов мой проект, то в дальнейшем те программы, устройства, которые мы планируем выпускать, будут использовать в своей повседневной деятельности миллионы людей, да, это будет приносить миллиарды долларов в наш проект, соответственно, вы можете стать очень богатым человеком. Так вот, в реализацию IT-технологий, в реализацию каких-то, скажем так, новых технологий в сфере связи, спутниковой связи, там, телевидения, либо чего-то еще, нас никто с вами не звал. А вот в реализацию транспортной технологии, да, то есть сфера транспорта, она очень емкая в плане денег, то есть это миллиарды и триллионы долларов. И транспорт затрагивает более 90% людей, проживающих на планете Земля, да. То есть, соответственно, вы можете вложить незначительную сумму денежных средств, а в итоге получить очень серьезный доход в недалеком уже будущем, потому что данная технология планируется к реализации 2017 год. То есть это, скажем так, выход на мировой транспортный рынок сертифицированной технологии. Это оформление первых, по сути дела, заказов адресных проектов. Дальше эти
адресные проекты будут множиться как грибы. Человеком, который является виновником всего, что происходит на сегодняшний день, является Анатолий Эдуардович Юницкий, вы увидите сейчас на нашем слайде. Как я уже говорил, российский, белорусский, советский, потому что он родился на территории Советского Союза, ученый, предприниматель, изобретатель. За время реализации технологии он представлял ее на большом количестве различных международных и внутрироссийских форумах, выставках, посвященных теме транспорта, науки, техники. Дважды эксперт Организации Объединенных Наций, знаете такую структуру, да, давали оценку технологии, и в итоге Организация Объединенных Наций выделяла денежные средства, то есть были получены два гранта на развитие данного проекта, данной технологии, и эти деньги выделялись для внедрения струнных технологий. Анатолий Эдуардович Юницкий является генеральным директором предприятия, которое находится в городе Минске сегодня, да. Также он является президентом группы компании SkyWay. За все время своей научной деятельности у него более 140 различных изобретений, которые сегодня реализованы на практике в целом ряде видов, скажем так, направлений развития промышленности, в сельском хозяйстве. У него 19 монографий и более 200 различных научных работ. С большим количеством материала вы можете познакомиться на его сайте, который называется www.unitsky.com. Важно добавить следующее, что три высших образования, которые получал Анатолий Эдуардович Юницкий в своей жизни, а это инженер транспорта, это патентное право изобретательства, да, и проектирование строительства высотных зданий инфраструктурных сооружений. Все эти три образования высших он сегодня использует на практике, трудится над реализацией струнных технологий. Сразу же хочу добавить, что мы больше внимания уделяем транспорту, да, что струнный транспорт, транспорт второго уровня, ролик мы сейчас об этом с вами посмотрим. Но струнные технологии также применимы в строительстве, то есть это высотные здания и здания коттеджного типа, которые можно возводить по струнным технологиям. Это строительство портов или портов, правильно можно сказать, да, которые будут вынесены в акваторию морей, озер, океанов, что экономит огромное количество денежных средств как на строительство и в дальнейшем, скажем, на эксплуатацию данных портов. Это строительство мостов, строительство взлетно-посадочных полос аэропортов и аэродромов. Мы больше акцент делаем, как я уже говорил, на транспортной отрасли. Ну, наверное, потому что в ней накопилось огромное количество вопросов, проблем. Мы с вами знаем 4 традиционные транспортные системы, которые используем ежедневно. Это автомобильный транспорт, водный транспорт, железнодорожный транспорт и воздушный транспорт. Да? Самолеты, вертолеты, вот, теплоходы, пароходы, атомоходы, которые используются там, на морях, по рекам и так далее. Да? Самой известной технологией, касаемо сферы транспорта, конечно, является водный транспорт, потому что люди использовали, начиная от лодок, там, плотов и кораблей еще до нашей эры. Да? Самая поздняя, наверное, технология, которая вошла с нами, в нашу с вами жизнь, касаемо транспортной отрасли, это авиация. Есть еще космическая, да, технология, но ее, как правило, для повседневной жизни мы не используем совсем. То есть пока это, по сути дела, сфера деятельности только науки, какие-то научные опыты и так далее, и так далее. То есть несколько человек бывает за год в космосе, на это тратятся огромные деньги. Часто на этом акцентирует внимание Анатолий Эдуардович Юницкий, что мы миллиарды рублей, долларов, там, любой валюты тратим на вывод небольшого количества грузов на околоземную орбиту. Вот. Оправдано ли это, он считает, что нет. Прежде чем рассказать короткую совсем, да, потому что я стараюсь с каждым разом ужиматься все больше, событий у нас много происходит, развитие проекта, историю развития струнных технологий, я бы хотел включить ролик, который обычно не демонстрируется на наших презентациях, но тем не менее, который показывает наглядно, почему, да, мы обращаем внимание на транспортную отрасль и каким образом развитие технологии струнного транспорта, развитие SkyWay технологии, которая называется «Небесные дороги» в переводе с английского языка, как они будут влиять именно на транспорт, да? Почему мы этому уделяем такое внимание. Итак, друзья, ролик займет порядка 4 минут, после которых мы с вами продолжим наш сегодняшний обзор. Десятки тысяч лет назад первобытные люди принесли огонь в пещеры. Это были первые технологии. Наши предки стали кострами обогревать свое жилище и жарить мясо на углях. Многие из них не доживали и до 20 лет и умирали от рака легких. В пещерах стоял невыносимый смог. Что изменилось с тех пор?
Человечество технологически окрепло, и костров стало значительно больше. Они горят в двигателях автомобилей, тепловозов, теплоходов и самолетов, в топках тепловых и атомных станций, котельных и заводов. Букет вредных и ядовитых веществ в современных выхлопах стал значительно богаче в сравнении с первобытным костром. Благодаря наземному и воздушному транспорту мы дышим воздухом, пьем воду и употребляем в пищу продукты, в которых содержится без малого половина таблицы Менделеева. Оксиды азота, углерода и серы, альдегиды, бензопирен и сажа, ртуть, мышьяк, свинец и хлор, полициклические углеводороды и радиоактивные изотопы. Список этих страшных названий можно продолжать бесконечно. Именно этот воздушный коктейль мы получаем, когда идем в парк подышать свежим воздухом. Растущее количество автотранспорта превращает концентрации этих вредных веществ в смертельные. Не стоит забывать и об авиации. Каждый старт тяжелой ракеты и пролет многомоторного самолета образует в озоновом слое дыру размером с европейскую страну. Транспорт до конца века способен убить в авариях и катастрофах более 150 миллионов человек, а более 1,5 миллиардов сделать инвалидами и калеками. Как избежать этих чудовищных жертв? Как сохранить планету зеленой, а не сделать ее пепельно-серой? Ездить на лошадях? Ходить пешком? Эй, Марти Макфлай, одолжи нам, ныне живущим на планете, 7 миллиардов аэродосок из своего прошлого будущего. На самом деле эффективный транспорт уже разработан ученым Анатолием Юницким. Этот гениальный инженер изобрел идеальный во всех смыслах транспорт под названием «рельсовая небесная дорога». Более 30 лет и несколько сотен миллионов долларов уже инвестировано, чтобы проект Юницкого воплотился в жизнь. Что же представляет собой транспорт будущего? Представьте себе легкий поезд или спортивный автомобиль на стальных колесах, которые размещены на ажурных рельсах над землей. В рельсах натянуты струны с усилением в сотни тонн. Благодаря идеальной ровности пути и сверхаэродинамичности подвижного состава, он способен развивать скорость до 500 км в час. Поездка обойдется вам в 7 раз дешевле, чем на обычном поезде. Безопасность будет в 2000 раз выше, чем в автомобильном транспорте. А на путешествие понадобится в 10 раз меньше электрической энергии или топлива. И это еще не все. Струнные рельсы крепятся на легких, но исключительно прочных опорах, что позволит спасти от уничтожения плодородный слой почвы, ныне занятый автомобильными и железными дорогами, на территории в 4 раза превышающей площадь Великобритании. Эта почва останется живой, она будет дышать, а зеленые растения на ней будут вырабатывать кислород, достаточный для дыхания миллиардов людей. Чтобы внедрить этот вид транспорта по всему миру, нужны соизмеримые средства с уже затраченными. Примерно столько же, сколько стоит сегодня пара-тройка футболистов или одна-две картины не самого известного художника-импрессиониста. И реализовать это возможно лишь при народном финансировании. Такой транспорт нужен в первую очередь именно нам с вами. И только мы сможем воплотить этот проект в реальность. Станьте соинвесторами народного транспорта будущего. Инвестируйте в будущее своей планеты. Узнайте больше. Итак, друзья, я думаю, ролик наглядно показал, что из себя представляет технология, какие проблемы призваны решить данная технология, да, в отличие от того, что мы имеем на сегодняшний день. Для тех, кто не видел ролик, да, вот опять же, хотел бы увидеть обратную связь. Есть ли те, кто ролик видели? То есть, если есть хотя бы один человек, либо там 2, 3, 5, которые ролик видели, соответственно, это не проблема на моей стороне передающая, да? Ага, есть все-таки. Арунас не видел, Василий видел. Соответственно, это что-то на приемной стороне. Возможно, когда вы заходите в комнату, вам задают какие-то вопросы данный сервис, и вы где-то не подтверждаете что-то, да, потому что бывает и такое. То есть вас спрашивают о том, разрешаете ли вы использовать там какие-то программы на своем компьютере и так далее, и так далее. Скажите, а кроме Василия кто-то еще видел ролик? Просто плюс поставьте. Или только Василий видел и все? Ага, Татьяна, спасибо большое. То, что поставили плюсик. Значит, программа работает, значит, скажем так, будем двигаться с вами дальше, да? И я надеюсь, что те люди, которые не видели, может, действительно надо перезайти и войти по новой и внимательно посмотреть на предложение браузера, да, оно бывает небольшим.
То есть все зависит от того, что еще как настроено на вашей приемной стороне. Итак, история. Да, постараюсь кратко, не растягивая во времени. То есть условно можно разделить на 4 этапа. Вы видели, да, то, что мы сейчас работаем над внедрением новой инновационной технологии, которая будет в себя включать все три сегмента транспортного рынка. Это грузовой транспорт со скоростью до 120 км в час, это высокоскоростной транспорт до 500 км в час и городской, который сможет передвигаться со скоростью до 150 км в час. Да. И по большому счету историю развития струнных технологий можно разбить на 4 этапа. Первый был один из самых длительных, это конец 70-х годов до середины 90-х. Именно на этом этапе, скажем так, как знаете, ракета стартует, да, самое большое количество энергии она тратит в момент старта. Вот. То есть были первые заявки на изобретение, первые научные публикации, признание Советского фонда мира, то есть был выделен грант на развитие данной технологии. В 80-х годах в начале была проведена научно-практическая конференция на территории Беларуси в городе Гомель по внеракетному освоению космоса, и струнный транспорт там тоже всплывал, скажем так, на этой конференции как отдельно взятая тема. Далее был второй этап развития технологий с середины 90-х по 2000-е. В это время уже была научная школа Анатолия Эдуардовича Юницкого, были продемонстрированы первые физически действующие модели. Долго отрабатывалась, скажем так, форма будущего транспортного средства, потому что было проведено большое количество испытаний в аэродинамической трубе. Вот. На этом этапе был получен первый грант Организации Объединенных Наций на развитие технологии. Ну и по сути была отработана технология первого поколения струнного транспорта Юницкого. Третий этап очень важный, потому что именно в это время у Анатолия Эдуардовича Юницкого в подмосковном городе Озёры появился собственный испытательный участок, полигон, то есть порядка 150 с лишним метров, да, вот вы видите, эстакада, на которую сбиралось транспортное средство на металлических колесах. То есть большое участие в создании данного тестового участка или полигона принял Александр Лебедь, на то время бывший губернатор Красноярского края, да. Именно в это время был отработан целый ряд методик, отработана, скажем так, технология использования данного транспорта в зимнее время, в летнее время. Планировалось построить дорогу, да, когда, скажем так, все стало динамично развиваться, то есть надежды были возложены на данный полигон очень большие. Именно в это время были заключены первые государственные контракты на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации, то есть предложения на уровне, скажем так, администрации этих районов Российской Федерации, да. Именно в это время, в 2009 году, технология была представлена президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву на то время. Вот. Госсовет проходил в городе Ульяновске, были все губернаторы Российской Федерации, были министры профильных министерств, в привязке к транспорту в первую очередь. Да? Вот. И по результатам данного госсовета, запись о котором, кстати, можете найти легко на наших интернет-ресурсах, потому что трансляция велась в прямом эфире на всю страну, на канале Вести 24. Вот. Было принято решение, невзирая, скажем так, на скепсис, который был у целого ряда и министров, и у губернаторов, Министерству транспорта было дано распоряжение выделить около 1 000 000 000 рублей на развитие данной технологии, ну, в регионе Ульяновск. К сожалению, после данного мероприятия ни деньги были не найдены, да, и полигон очень быстро разобрали в подмосковном городе Озёра. Вот, его просто не стало. В это время было, скажем так, отработано второе поколение технологии струнного транспорта. И важно то, что после того, как полигон в подмосковном городе Озёры разобрали, да, Юницкий не опустил руки, продолжал вести работу над совершенствованием технологии и поиска инвесторов для того, чтобы построить еще раз подобный участок, только уже, наверное, может, большей протяженностью, то есть и найти инвесторов, которые готовы были вложить деньги. В первую очередь, конечно, это был административный ресурс целого ряда, скажем так, регионов России и целого ряда стран, и это были люди из мира бизнеса. Да. Но, к сожалению, не нашлось, как мы говорим, охотников, которые с удовольствием вложили бы деньги в развитие данного проекта. И на четвертом этапе развития технологий в 2013 году было принято решение оценить интеллектуальную собственность Юницкого. Она была оценена в сумму свыше 400 миллиардов долларов США. На основании этой собственности зарегистрировать компанию Великобритании. И после этого было принято решение начать привлекать инвестиции посредством краудинвестинга, либо народного инвестирования. Наверное, на то время, и может быть даже сейчас, компания Skyway Capital, группа компании Skyway являлась единственной, да, кто реализовывал тяжелую транспортную технологию и для этого применил метод краудинвестинга. То есть у нас и сегодня, скажем так, нет, наверное, аналогов в мире. Плюс ко всему у нас еще есть интересные сладкие вещи, об этом мы с вами поговорим, когда будем говорить о компании Skyway Capital. Итак, первая инвестиция в проект пришла в январе 2014 года. Сегодня уже 2,5 года почти, да, привлекаются инвестиции по данной технологии на базе платформы краудинвестинга.
Она показала свою живучесть, эффективность, и все, что сегодня создано, да, группой компании Skyway, это благодаря деньгам наших частных инвесторов, которые проживают, ну, если касаемо компании Skyway Capital, в 72 странах мира. Люди видели перспективу использования данной технологии, поверили Юницкому, да, увидели, что это дает миру. И что очень важно, еще хотелось бы отметить следующее, что денежные средства, которые сегодня привлекаются, они идут, как я уже говорил, на создание еще одного тестового участка. Сегодня это называется центр, международный центр демонстрации и сертификации Skyway, да, который находится в Республике Беларусь. Об этом мы с вами тоже впереди поговорим. Мы с вами сейчас, как я говорил, находимся на четвертом этапе. История, кстати, с Медведевым, которая вот началась в 2009 году, она получила продолжение, какое мы с вами разберем немножко позже. Структуры, которые давали, это далеко не весь перечень структур, более полный вы можете найти на сайте Юницкого. Да. Заключение экспертной оценки во время существования полигонов в подмосковном городе Озера, вот небольшой перечень вы можете увидеть здесь. Это Институт проблем транспорта Российской академии наук, это Госстрой России, Министерство экономики и транспорта, Российская инженерная академия. Про Организацию Объединенных Наций мы с вами уже говорили. За все время было получено более 50 патентов Александра Анатолия Эдуардовича Юницким вот на ноу-хау, который он использует в технологии. И более 40 различных международных дипломов, наград, золотых медалей, кубков на различных международных форумах. Ну вот есть две премии, например, «Золотая колесница». Одна из них хранится вот прямо в шкафу напротив меня. Вторая находится в городе Минске, где у нас находится научно-производственное предприятие группы компании Skyway. Преимущества, о них можно говорить долго, наверное, кратко пробежимся по ним, да, то есть это и низкая себестоимость строительства оказания транспортной услуги, то есть огромное количество денежных средств, например, которые выделяются на уборку и железнодорожных путей, и автомобильных дорог в зимнее время, для примера, да, то есть их не нужно будет тратить совсем, потому что, скажем так, струнный рельс расположен над землей, вы видели ролик, да, и поэтому экономится огромное количество денежных средств. Я только одну проблематику затронул, да, это снег зимой. Вот. Почему так важно? Ну, наверное, потому что территория Российской Федерации, она находится, скажем, более 60%, по-моему, порядка 65% в зоне вечной мерзлоты, то есть у нас снег в каких-то районах лежит там по 10, по 9, по 11 месяцев в году. Низкое энергопотребление, минимальный землеотвод, то есть в 100 раз меньше, чем для строительства обычной автомобильной дороги, высочайший уровень автоматизации, очень высокая степень безопасности. И транспортные потоки разведены, скажем так, с людскими, потому что транспорт будет перемещаться над землей. И от того, что каждое транспортное средство снабжено противосходным устройством, и запас прочности путевой структуры минимум 10-кратный по отношению к тем нагрузкам, которые несет структура. То есть все это, скажем так, отражено в данной технологии. Высокие скоростные показатели, минимальные эксплуатационные расходы, восстановление живой плодородной почвы, на этом акцент делает Анатолий Эдуардович Юницкий всегда, когда касается своей технологии, потому что есть же еще, помимо всего прочего, теория строительства линейных городов, которые будут строиться, когда будет реализована данная технология. То есть можно будет проживать на лоне природы и в короткий промежуток времени добираться, скажем так, до того места, куда вам нужно добраться, либо на работу, либо путешествовать и так далее. Отсутствие вредных воздействий на человека и природную среду, там не будут строиться эти дороги, то есть его, ну, 100% это, конечно, красиво, но очень близко к этой цифре экологически чистый вид транспорта Skyway. Экономия времени, финансовых затрат, как на передвижение людей по дорогам Skyway, да, так и на перемещение грузов. Огромного объема грузов, которые быстро в считанные там часы либо дни будут доставляться с одного конца континента, например, Евразия, да, в другой. То есть отсутствие промежуточных складирований и так далее, так далее, так далее. То есть все это будет сказываться на себестоимости товаров, которые будут перемещаться посредством данных дорог. Быстрый срок окупаемости. По каждому этому преимуществу можно говорить по несколько минут как минимум, а Анатолий Эдуардович Юницкий может про это рассказывать по несколько часов. Ключевым моментом 2014 года стало открытие научно-производственного предприятия на территории Республики Беларусь. Это состоялось в мае 2014 года. А 2015 год стал переломным, потому что компания определилась в начале года с участком местности, где планировалось на начало 2015 года строить экотехнопарк. Вот. В июне месяце за компанией «Струнные технологии» был закреплен этот участок местности в Минской области, недалеко от города Мариногорка. Это Пуховичский район. Площадь почти 36 гектар, там 35-9 там, с копейками. Вот. Также весной было проведено два раунда переговоров с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и намечены, скажем так, пути реализации совместной деятельности, то есть возможно строительство такого же тестового участка на территории Эмирата Абу-Даби. То есть все будет связано с тем, как быстро мы сможем построить экотехнопарк, продемонстрировать, что из себя представляет транспорт
SkyWay. Кстати, опять же говоря о привлечении инвестиций, хочу сказать следующее. У группы компании SkyWay существует 15-этапный план выведения технологий на мировой рынок в период с 2014 по 2017 год. Люди сегодня становятся совладельцами технологии, да, по сути дела, совладельцами компании, потому что часть этих долей Анатолий Эдуардович Юницкий, который владеет технологией, передает этим людям, за незначительные деньги, но с высоким уровнем доходности. Вот. Сегодня мы находимся на 7-м этапе реализации технологии. Данному этапу соответствует свой дисконт, либо уровень доходности на те пакеты, которые вы сегодня можете приобрести. Планируемая стоимость одной отдельно взятой акции, либо доли компании к 2017 году, к моменту сертификация данных трех видов транспорта составляет $1 США. То есть огромное количество людей сегодня могут принять участие в нашем проекте и существенно улучшить финансовую сторону жизни себя, своей семьи, своего ближнего окружения. Далее, какие ключевые моменты еще были в 2015 году? То есть летом были проведены первые, скажем так, изыскательные работы в июле месяце на территории технопарка. Началось активное строительство в августе месяце, которое продолжается по сегодняшний день. И мы с вами это еще увидим в ролике. Что бы хотелось еще отметить. Вот во время, когда существовал полигон в подмосковном городе Озеры, о данной технологии, по сути дела, узнал весь свет. Потому что на большом количестве каналов и центрального телевидения, и регионального телевидения, в новостях, да, были посвящены целые тематические передачи технологий, которые разработал Анатолий Эдуардович Юницкий. В печатной прессе давалась информация, что в России есть технология, которая может решить транспортные проблемы. Кстати, губернатор Ульяновской области на госсовете сказал следующее. Давайте внесем данную технологию в список критических, которые необходимо развивать, и через короткий промежуток времени мы в транспортной отрасли обгоним весь мир. Ну, вот такое было предложение. Так вот, одним из ключевых моментов стало то, что в начале лета 2015 года в Австралии нашлись люди, которые обратили внимание на технологию, которую развивает Анатолий Эдуардович Юницкий. Род Хук, человек, который являлся министром транспорта Южной Австралии, в сентябре месяце приехал на территорию Республики Беларусь. Вот, была небольшая делегация из Австралии. Он познакомился с Анатолием Эдуардовичем Юницким, посмотрел, что было сделано и разработано на тот момент, и уехал в сентябре с твердым намерением начать развивать этот проект на территории Австралии. И сейчас, кстати, это бурными темпами развивается. Да? Но помимо всего этого, в 2015 году состоялись следующие важные мероприятия. То есть был получен код, международный идентификационный код ценной бумаги, так называемый ISIN. Это процедура, которую проходит компании, акции которых сегодня котируются на крупных международных биржах мировых. Да? Осенью группа компаний SkyWay вместе с Пуховичским райисполкомом приняла участие в тендере в программе «Зеленая экономика Республики Беларусь», да, и вошла где-то в 20 проектов, на которые была разбита сумма порядка 5 миллионов евро. Вот. Также осенью состоялась в октябре месяце закладка нулевого километра будущей дороги SkyWay. Вы видите на нижнем слайде, точнее на этом слайде внизу справа фотографию, да, как раз таки это знак нулевого километра. У нас был когда-то объявлен конкурс, и наши инвесторы голосовали, как бы они хотели видеть, чтобы нулевой километр выглядел. Так вот, 17 октября состоялась также международная конференция, было несколько десятков инвесторов целого ряда стран, которые приехали на территорию экотехнопарка высадить свои именные деревья, у нас была акция. Да? Ну и, наверное, важным событием 2015 года можно отнести старт нового инвестиционного продукта компании SkyWay, группы компании SkyWay. Это приобретение пакетов долей компании в рассрочку. То есть людям было предложено за незначительные ежемесячные платежи приобретать, ну, достаточно большие пакеты долей компании, группы компании SkyWay, которые в 2017 году им принесут очень серьезный доход. Да? Но если, по крайней мере, эти люди примут решение эти пакеты продать, например. Вот. Но кто-то будет их держать с целью получения дивидендов в дальнейшем от строительства дорог в разных уголках земного шара. И как показал этот инвестиционный продукт, опять же, он показал свою живучесть, эффективность. Компании выгодно это с точки зрения того, что наперед мы можем видеть, какие денежные суммы каждый месяц будут приходить на счета нашей компании, какие денежные средства можно будет потом применять для строительства экотехнопарка. То есть это и заказ необходимого оборудования, строительных материалов, различных конструкций, которые будут возводиться на территории экотехнопарка. Да? Вот. То есть деньги, приходящие к нам, они сразу идут в реализацию. И сегодня, кстати, действует целый ряд пакетов, о них мы с вами поговорим немножко впереди. То есть это было все в 2015 году. 2016 год начался тем, что ознаменовался событий, произошедшим на территории Российской Федерации. 11 февраля 2016 года состоялось заседание экспертного совета Министерства транспорта России, да, и экспертный совет
Вы видите постановление, да, которое сейчас на экране, его легко можно найти у нас на сайте. Признал технологию, разработанную Анатолием Эдуардовичем Леницким, инновационной. Перед этим, где-то буквально за месяц, наверное, да, стояло следующее. Анатолий Эдуардович Леницкий написал письмо Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который сегодня является премьером России, поблагодарил его за то, что он обратил внимание на развитие технологии, на технологию вообще в 2009 году, и сказал следующее, что на тот самый важный вопрос, который вы задали тогда, есть ли у вас деньги на развитие технологии, у нас есть ответ. Поэтому мы вас приглашаем в конце года на территорию технопарка, где мы будем демонстрировать уже в действии действующую трассу SkyWay, транспортные средства, приезжайте. Далее, заседание экспертного совета Министерства транспорта в марте месяце утвердило технологию, разработанную Анатолием Эдуардовичем Леницким, перспективной. То есть высока вероятность, что данную технологию в дальнейшем будут применять на территории Российской Федерации. Дело за малым. Как и большинство, скажем так, стран, большинство каких-то компаний, заинтересованных лиц ждут, что же все-таки мы им покажем осенью в экотехнопарке. То есть как будет выглядеть данный транспорт, его преимущества и так далее. То есть над этим как раз-таки ведутся работы. Но именно поэтому, наверное, для нас очень важно то, что произошло буквально недавно. Да, приехал снова Род Хук, привез с собой нескольких специалистов с Австралии, которые встретились также с генеральным конструктором, они несколько дней были на территории Белоруссии, посещали, скажем так, наше конструкторское бюро, были на территории экотехнопарка и уехали в очень позитивном расположении духа с твердым намерением развивать данные технологии. Об этом было очень много сказано в новостях, в разделе личного кабинета партнера компании SkyWay Capital. Вы можете найти об этом, скажем так, целую подборку материалов о присутствии делегации из Австралии на территории наших конструкторских бюро на территории экотехнопарка. Вот. Важным мероприятием, которое будет происходить в жизни нашей компании, станет мероприятие, которое пройдет в Берлине осенью с 20 по 23 сентября. Этот форум называется «Инотранс». То есть на нем будет более, по-моему, 2700 различных компаний, которые будут представлять свои какие-то технологии, инновации в сфере транспорта. Там будет и метро, и железные дороги, и чего там только не будет. То есть вы можете посмотреть информацию в интернете об этой выставке. Вот она, правда, на иностранных языках, но, думаю, вы легко сможете нажать кнопку «Перевести» и ознакомиться с этой информацией. Компания SkyWay была приглашена устроителями этой выставки, да, и в категории транспортной инновации будет представлена группа компаний SkyWay с технологией, разработанной Анатолием Эдуардовичем Леницким. Как говорит Анатолий Эдуардович, мы там представим два транспортных средства. То есть это юнибусы, которые прямиком с данного форума поедут на территорию экотехнопарка и уже в октябре, в конце октября, начало ноября будет продемонстрирована действующая трасса SkyWay. Все больше и больше информации о развитии нашего проекта появляется в средствах массовой информации, причем как в интернете, так и обычная пресса. Это пресса, скажем так, из стран СНГ и уже многие международные источники информации. Ну, в первую очередь, конечно же, это на территории Австралии, потому что целый ряд радиоканалов, телевизионные передачи, вот, несколько сайтов, в том числе сайт университета Флиндерс, на территории которого будет строиться 500-метровый, опять же, тестовый демонстрационный участок. И Род Хук, который сейчас возглавляет компанию SkyWay Australia, да, то есть он с недавнего времени стал руководителем этой компании, прилагает усилия для того, чтобы данный проект был реализован в ближайшее время. О технологии SkyWay рассказывалось, скажем так, и на заседаниях, ну, целого ряда администраций Южной Австралии в первую очередь. Да. Вот. Об этом, как я сказал, говорилось на радио по телевидению. Радио «Эхо Москвы» посвящало время рассказу о технологии, разработанной Анатолием Эдуардовичем Леницким. Даже было голосование, где в процентном соотношении 60-40 победила, скажем так, группа людей, которая говорила, что это и есть инновация, что данный транспорт должен жить, его надо использовать. 40% скептиков. Ну, в принципе, это нормально, потому что вы представите, да, когда только начиналось распространение информации о том, что есть такая технология, что ее нужно реализовывать, да, и вот мы используем такую методику привлечения инвестиций, скептиков было, поверьте, не 40%, да, а все, наверное, 99%. Поначалу. С каждым днем рисковость инвестиций в проект группы компании SkyWay в компанию SkyWay Capital снижается. Да? Уровень венчурности проекта, то есть венчурность проекта становится все меньше и меньше. И если говорить по 2016 году, у нас планы таковы, что продемонстрировать полностью готовую трассу SkyWay в городском варианте, да? То есть подвесной-навесной вариант, это будет на осень 2016 года. Параллельно сейчас уже строится и легкая трасса SkyWay, так называемые юнибайки, и начинается возведение трассы грузового SkyWay, то есть вот-вот приступит к, опять же, рытью котлованов по данкерной опоре и так далее.
К 2017 году планируется продемонстрировать уже рабочую грузовую трассу Skyway с погрузочно-разгрузочными терминалами. Вот. То есть все это сейчас реализуется в нашей компании. Уже одно событие состоялось крупное. 23-24 апреля на территории Республики Беларусь, в Минске и в Минской области, потому что сначала это было на территории технопарка, у нас прошел экофестиваль, на котором было более 700 человек. Осенью у нас планируется присутствие там порядка 3-4 тысяч наших партнеров. Как я сказал, в компании Skyway Capital сегодня инвестиции приходят с 72 стран мира. Это, конечно же, важным событием станет выставка Инотранс в Берлине. По большому счету, это, наверное, то, что я хотел рассказать о технологии. Да, может быть, информация чуть-чуть отличается от той, которая происходит обычно, но двух одинаковых презентаций не бывает, поэтому мы всегда говорим, если у вас есть люди заинтересованы в развитии нашего проекта либо в получении данной информации, приглашайте их на наши мероприятия, присутствуйте, скажем так, сами, если у вас есть кто-то из новичков, чтобы потом поделиться, скажем так, тем опытом, который у вас есть в построении бизнеса, либо рассказать, добавить что-то по информации о технологии, либо ответить на вопросы ваших новичков. Но, тем не менее, рассказ о технологии я хочу, скажем так, завершить роликом, но он наиболее свежий, который рассказывает о том, что сегодня уже проделано, да, то есть на что сегодня делается акцент, что сегодня делается на территории экотехнопарка. Поэтому я вам предлагаю этот ролик посмотреть, а потом уже перейти к предложению компании Skyway Capital. Хорошо? Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Для того, чтобы вы не сомневались, где мы сегодня находимся, вот паспорт объекта, возле которого мы стоим, как сказали бы в советское время, идя навстречу многочисленным просьбам трудящихся, которые, ну, имеется в виду наши инвесторы, наши партнеры, которые высказывают волнение в связи с тем, что давно уже не было репортажев из экотехнопарка, и даже некоторые пишут, а не закапываете ли вы его обратно? Сегодня в своем репортаже мы покажем, что нисколько не закапываем. Отнюдь нет, то есть, но обо всем по порядку. Следуйте за нами на территорию стройки. Я думаю, вы уже достаточно насладились этим прекрасным видом легкой линии, по которой вскоре будут ездить юнибусы. А пока здесь идет сооружение двух анкерных опор, а также установлены 15 опор промежуточных. Вот, в частности, мы проходим мимо одной из них. Прямо за нами, вы видите, идет сооружение второй анкерной опоры легкой линии Skyway. Уже подвезено все необходимое оборудование и производится в данный момент монтаж арматуры. То есть идет армирование перед заливкой. Только что мы с вами стали свидетелями доставки ко второй анкерной опоре легкой линии Skyway анкерных болтов и закладных деталей. Я думаю, не надо долго рассказывать, что это за приспособление и в чем будет заключаться их функция. Огромное усилие, та нагрузка, которая будет приходиться на вторую анкерную, будет закреплена с помощью этих устройств. Ну и видите, что работа кипит на всей территории экотехнопарка. В данный момент мы находимся возле второй анкерной опоры легкой линии. И здесь, как вы видите, происходит армирование, подготовка для ее бетонирования. А в данный момент мы возле первой анкерной опоры легкой линии Skyway. В
по которой, напоминаю, будут ездить минибусы. Вы видите ее степень готовности, много описывать не надо, лучше, как говорится, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Только что сюда же завезли анкерные болты, вот там они разгружены, и закладные конструкции, аналогичные тем, которые вы уже видели на второй анкерной опоре. Совсем недавно началось строительство второй анкерной опоры. Первая линия именно городской и разгонного участка высокоскоростной. И вы посмотрите, как уже далеко продвинулась стройка. Мы специально выбрали время обеденного перерыва, чтобы было хотя бы потише, потому что все очень громко. И нам показалось, что комментарий в кадре будет интереснее, чем закадровый текст. Так вот, уже окончено бетонирование стен второй анкерной опоры на высоте 2,5 метра и производится сегодня установка арматуры на высоту 6 метров 10 сантиметров. Мы с вами находимся возле транспортно-логистического узла Skyway, совмещенного с первой анкерной опорой. Это городская и высокоскоростная трассы. Анкерная опора сама почти готова. В данный момент идет укрепление грунта для бетонирования фундаментной плиты пристройки, где будет располагаться лестница, соединяющая между собой все три уровня данного сооружения. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsv.fsys. Итак, друзья, это то, что сделается сейчас, это то, что происходит в режиме реального времени. То есть, по сути дела, как мы с вами говорили, задача стоит следующая. То есть, построить, нынче это называется экотехнопарк, на территории которого продемонстрируют возможности транспорта Skyway, и после этого выйти на мировой рынок транспорта с технологией, которая будет сертифицировано, отработано, и дальше уже начать строительство дорог. Соответственно, те люди, которые сегодня становятся совладельцами пакетов долей компании, они становятся в дальнейшем успешными, богатыми, финансово обеспеченными людьми. Вот буквально сейчас поступила новость о том, что на канале «Беларусь-24», это телевизионный канал, информационный, новостной, будет передача, в котором на ответы, точнее на вопросы, скажем так, корреспондентов будут отвечать Виктор Бабурин, один из руководитель одного из конструкторских бюро компании «Струнные технологии». Поэтому мы двигаемся, информация о нас расширяется, то есть все чаще и чаще люди слышат о технологии, разработанной Юницким. Итак, друзья, компания Skyway Capital, то есть она работает, как я сказал, на рынке привлечения инвестиций, у нее есть свои задачи, у нее есть свои цели. Цель – это привлечь необходимый объем инвестиций. Сегодня, кто внимательно следит за развитием нашего проекта, группы компании Skyway, сумма, которую необходимо привлечь, порядка 240 миллионов долларов США для того, чтобы реализовать все, что запланировано Анатолием Эдуардовичем Юницким, все, что запланировано нашей компанией. Система привлечений, как я говорил, инвестиции, та же самая платформа краудинвестинг либо народное инвестирование. То есть сегодня любой человек на выгодных условиях может приобрести какое-то количество долей компании в зависимости от своих возможностей сегодняшних финансовых, скажем так. Кто-то, может быть, побаивается, кто-то, может быть, побаивается рискнуть и купить себе большой пакет, может посмотреть для начала, да, то есть те деньги, которые вы готовы инвестировать в наш проект, определятся вам самим. И результатом деятельности нашей компании в том числе будет являться выведение транспорта на мировой транспортный рынок, да, и в дальнейшем строительство дорог на территории всего земного шара и высокоскоростного, и безопасного, скажем так, и доступного по деньгам, потому что стоимость проезда для пассажиров будет в разы дешевле, чем те билеты, которые мы сегодня приобретаем с вами на самолеты, на железную дорогу, на те виды транспорта, которые используем с вами в повседневной жизни. Задачи, которые ставит перед собой компания Skyway Capital сегодня, это привлечение максимального количества инвесторов на основе микрофинансирования. Это, в принципе, то, что я вам говорил. Кстати, возможности, которые сегодня открываются перед абсолютно любым гражданином, неважно, в какой стране он проживает, да, это те возможности, о которых говорят люди, обучающие других финансовой грамотности. Это и Роберт Киосаки, и Бодо Шефер, и еще целый ряд авторов, которые говорят так, что
очень выгодное вложение денежных средств в начинающие компании, акции которых сегодня еще на бирже не котируются, но идея которых, скажем так, в дальнейшем будет реализована и ей будет пользоваться весь мир. Именно об этом сегодня речь идет касаемо развития нашего проекта компании Skyway Capital. То есть микрофинансирование – это то, что я говорил. Сегодня минимальный пакет, который вы можете приобрести в компании Skyway Capital, стоит $15 США. Это немногим менее 1000 рублей. То есть такие деньги, в принципе, да, если вы разберетесь технологией, если вы поймете, для чего это есть, а если еще рассмотрите инструмент, который позволит вам увеличить портфель инвестиций, при этом, скажем так, не тратя каких-то больших денег, вот, вы в итоге получите, можете стать крупным инвестором нашего проекта и в дальнейшем получать дивиденды на большой пакет акций, который в дальнейшем будет у вас. Далее, одна из задач, которую мы ставим перед собой, это создать прозрачные и благоприятные условия для того, чтобы вы могли стать инвестором, не выходя даже из дома. Главное иметь устройство для выхода в интернет и, собственно, сам интернет. Ну и важно, конечно, для нас все-таки, для вас, как для партнеров, рекомендую привлекать в наш проект людей, которые вас окружают, чтобы они разобрались все-таки, да, ради чего они это делают, во что они вкладывают деньги, чтобы потом не возникало огромного количества вопросов. Хорошо, вот мне знакомый рассказал, я куда-то вложил, а что это и как это, я не понимаю. И, конечно же, мы на себя берем обязанность такую, да, то есть задачи, которые мы перед собой ставим, это максимально доносить достоверную информацию о том, что происходит с нашим проектом сейчас, как развивается технология, как обстоят дела в компании Skyway Capital. То есть какие у нас есть промо-акции, какие выгодные условия мы предлагаем нашим клиентам, чтобы вы всегда были в информационном русле. Условно, реализацию нашей технологии, опять же, да, можно разбить на 4 части. Сегодня самое важное – это обеспечить финансирование каждого отдельно взятого этапа, вот из того 15-этапного плана, про который я вам говорил, да. Это строительство экотехнопарка, и уже когда мы соберем необходимое количество денежных средств, останется возможность у людей, которые не сделали свои инвестиции на этапе, когда можно было стать совладельцем корневой технологии, только участие в адресных проектах. То есть компания планирует в дальнейшем, получая прибыль и за свои денежные средства, не только, скажем так, долевое участие где-то, да, строить какие-то дороги, и, соответственно, людям тоже будет предложена возможность участия в этих проектах, то есть проинвестировать на начальном этапе развитие какой-то отдельно взятой дороги, например. И в дальнейшем, конечно же, это получение прибыли. Сегодня самое выгодное, да, то есть стать совладельцем какого-либо пакета акций сейчас, потому что еще есть возможность каждому нашему инвестору стать совладельцем технологии. И вот то, что я говорил кратко в начале нашего мероприятия, да, компания Skyway Capital зарегистрирована в Великобритании. Стать инвестором нашей компании может человек, проживающий на территории всего земного шара. И сегодня, как я вам говорил, уже 72 страны, инвесторы из 72 стран приняли участие в развитии нашего проекта. Важно, что приобретая пакет акций в компании Skyway Capital, вас через короткий промежуток времени заносят в реестр основного реестра держателя, то есть вы становитесь совладельцами самой технологии. Реализована у нас круглосуточная информационная поддержка на сайте, как в личном кабинете, так и на страницах сайта. И капитализация денежных средств, которую вы можете получить за ближайшие 3-5 лет, порядка 5000%. В итоге в дальнейшем вы сможете получать прибыль от каждого, скажем так, километра построенных дорог. И сейчас, благодаря нашей партнерской программе, которая подразумевает информационную деятельность, да, вы можете давать информацию своему окружению из повседневной жизни, из обычной жизни, которая вокруг нас, друзья, знакомые, родственники, там, коллеги по работе, партнеры по бизнесу, так и используя интернет как мощное средство, да, где находится огромное количество людей. Вы можете создать свой собственный бизнес и создать серьезный источник дохода, не дожидаясь выхода группы компании Skyway со своей технологией на мировой транспортный рынок. Это партнерская программа. Подробнее по партнерской программе, какие проценты, с какого уровня, скажем так, движения по карьерной лестнице, мы рассматриваем по вторникам и пятницам в 17 и в 13 часов. Поэтому, если у вас есть интерес разобраться, какие проценты и за что мы платим, с удовольствием будем вас ждать на этих вебинарах. Что хотелось бы отметить, что даже сделав инвестицию $15, вы можете стать крупным инвестором и получать серьезный доход уже сегодня. Вплоть до 20% от суммы привлекаемых инвестиций, то есть компания щедро делится со своими партнерами, со своими инвесторами, деньгами, которые они привлекают в нашу технологию. И выплата вознаграждений у вас возможна вплоть до 24 уровня глубины вашей структуры, но те люди, которые имеют отношение к MLM, к каким-либо программам, или для них это не является тайной за семью замками, то есть они, может, принимали участие когда-то в этих проектах, могут оценить, да, что такое 24 уровень глубины. Никто вас не ограничивает по количеству партнеров, которые вы можете пригласить в этот бизнес. И важно то, что
Двигаясь по партнерской программе, вы зарабатываете деньги на бонусный счет, но еще есть подарок от компании «Акционный счет», на который вам начисляются денежные средства, которые вы можете реализовывать на приобретение пакетов долей компании из стандартного прайса. Я еще когда покажу этот стандартный прайс, на этом сакцентирую внимание. То есть задача компании – создать крупные региональные лидерские структуры. Для людей, которые занимаются созданием таких структур, управляют своим бизнесом, есть отдельное вознаграждение. Об этом, как правило, рассказывают в 11 часов утра по вторникам и в 19 часов для тех, кто готов развивать большие партнерские структуры. По понедельникам Инета Анджина рассказывает, что и как нужно делать. Задачи, которые мы ставим перед собой благодаря партнерской программе, это привлечение тех самых 300 миллионов долларов США для реализации технологий. В дальнейшем это будет создание адресных проектов, то есть все то, что сегодня может привлечь максимальный объем инвестиций для реализации этой прорывной транспортной технологии. Итак, прайс-лист. То есть что мы сегодня предлагаем людям, которые могут стать совладельцами технологий. То есть даже те, кто не могут выделить крупные суммы для приобретения там, больших пакетов акций, да, достаточно, в принципе, для начала приобрести пакет, который стоит 15 долларов США, это порядка 1000 рублей, и у вас будет уровень доходности 36, на выходе вы будете иметь в 2017 году, как мы предполагаем, 540 долларов. То есть сегодня инвестируя 15. Для тех, кто готов инвестировать больше, да, может быть уровень дохода больше, либо они, скажем так, видят перспективность приобрести для себя больше пакет, вот уровень доходности по каждому пакету отображен в третьем столбце. Всего у нас пакетов, вы видите, больше десятка. Максимальная сумма инвестиций, это, кстати, стандартный прайс лист, о котором я говорил, и деньги с акционного счета, которые вам компания начисляет за вашу деятельность по партнерской программе, то есть, как я говорил, это вознаграждение, вы можете реализовывать вот в этом прайс-листе. То есть вы выбираете, какое количество пакетов вы готовы купить на ту сумму, которая накопилась на акционном счете, например, и приобретаете. Также эти пакеты, которые вы видите в стандартном исполнении, вы можете купить и с основного счета нашей компании, и с бонусного счета. Просто, как правило, не как правило, а вот с акционного счета вы можете приобрести только эти пакеты. И, как я говорил, проинвестировав даже 15 долларов США и активно работая по партнерской программе, вы можете деньги, которые вам компания начисляет на бонусный счет, выводить, использовать их для того, что вы считаете нужным. А с акционного счета можете покупать себе пакеты акций. Ну, делаю еще акцент, что периодически в нашей компании проходят промо-акции, либо акционные пакеты, которые предлагают, ну, скажем так, более выгодные условия, чем в стандартном прайс-листе. Вот у нас есть целый ряд пакетов разового приобретения, да, номиналом от 1000 долларов вплоть до 50 тысяч долларов. Уровень доходности на этих пакетах от 235 до 335, то есть достаточно высокий. Поэтому, если вы готовы, скажем так, инвестировать серьезные суммы денег и на выходе получать миллионы акций, да, что в итоге превратится в миллионы долларов, пожалуйста, можете зайти, разобраться, ознакомиться с каждым пакетом. В личном кабинете партнера напротив каждого пакета есть такое слово «подробности». Вы можете нажать и почитать, что вы можете приобрести. Есть выгодный пакет, который называется «Инотранс», позволяющий вам в итоге получить более миллиона акций. Да? Если вы готовы 4 месяца подряд, например, инвестировать по 1000 долларов США, соответственно, за первый месяц вы получите 235 тысяч акций. Если на протяжении, скажем так, следующего месяца купите еще один пакет за 1000 долларов, 270 тысяч акций, так вплоть до 300 тысяч акций, если вы это будете делать 4 раза. Сразу хочу сказать, те люди, которые купят пакет за просто пакет Инотранс, этим людям будет в дальнейшем выслан билет бесплатно на посещение выставки в Берлине. То есть, если вы планируете туда приехать, да, ну, вы делаете шаг, вам будет предоставлена возможность приобрести билет, то есть за счет компании. Важно указывать, чтобы вы указывали и в личном кабинете, да, свои реальные электронные адреса. Потому что письмо будет отправлено сначала непосредственно на ваш электронный адрес. То есть это пакеты, которые есть в личном кабинете, которые вы можете приобрести разово. Также у нас есть возможность приобретения пакетов в рассрочку. То есть вы можете, ежемесячно инвестируя по 25 долларов США на протяжении 10 месяцев, на выходе получить 26 250 акций. Мало того, есть еще дополнительный бонус. То есть, если вы сделаете двойной платеж, например, да, в течение этой рассрочки, соответственно, вам дополнительно еще будет начислено 9 тысяч акций, в итоге это будет 32 250. То же самое на пакете Senior, если вы готовы оплачивать 50 долларов ежемесячно на протяжении 6 месяцев. Да? Вот. Далее у нас есть пакет стабильный, 100 долларов ежемесячно на 10 месяцев, и пакет бизнес, который может вам принести 405 тысяч акций нашей компании. Есть крупные пакеты по рассрочке,
стоимостью от $500 до $5000 в месяц. Эти пакеты были введены по просьбе наших партнеров, проживающих на территории европейских стран, стран, где достаточно высокий уровень дохода у людей ежемесячно. И такие люди есть, они покупают эти пакеты, и спасибо им, то, что они вместе с нами. Для людей, которые готовы развивать бизнес по партнерской программе, у нас в разделе «Инструменты партнера» есть инструменты, так называемый план вознаграждения, где объясняется, что к чему, откуда вы получаете деньги. Но важнее, наверное, внизу каждой страницы описание квалификации есть ссылки, нажимая на которые вы скачиваете себе на компьютер либо описание маркетинга, либо презентацию в слайдах, и в дальнейшем сами можете знакомить свое окружение с информацией о том, какие деньги человек может зарабатывать. Реферальные ссылки – это тот инструмент, который как раз-таки вам позволяет зарабатывать деньги первые, то есть регистрировать людей по своим реферальным ссылкам. Если эти люди приобретают какие-либо пакеты, вы получаете положенные вам проценты. Реферальные ссылки ведут на интернет-страницы нашего сайта, либо на лендинге партнеров-инвесторов, то есть где человек может разобраться более подробно с информацией. Те, кто уже готов следовать за вами, есть логика скопировать, нажав на кнопку «Скопировать в буфер», ссылку, ведущую на форму регистрации в личном кабинете, и отдать вашему другу, знакомому, тому человеку, кто этим заинтересовался. Для людей, которые как рыба в воде себя чувствуют в инфобизнесе, у которых есть свои бизнес-страницы в интернете в виде блогов, в виде сайтов, в виде каких-то страниц в соцсетях, есть возможность размещать баннеры, которые 24 часа в сутки будут находиться на вашей интернет-странице, и любой, кто кликнет по этому баннеру, может перейти либо на страницу официального сайта, либо на лендинг партнеров. После ознакомления с информацией он может нажать кнопку регистрации. Таким образом, баннеры будут привлекать ваших партнеров из интернета. Далее к инструментам можно отнести раздел новостей в личном кабинете каждого нашего партнера. У нас есть кнопки соцсетей, и информацию по каждой новости вы можете размещать на своих страницах. Соответственно, с этой информацией может ознакомиться какое-то количество ваших друзей в соцсети, либо в группах, в которых вы находитесь. Они могут перейти на наши интернет-ресурсы после этого, нажать кнопку регистрации, таким образом тоже появляются ваши партнеры реферальные, потому что каждая новость из личного кабинета, которую вы размещаете в соцсетях, прикреплена ваша реферальная ссылка. К инструментам у нас также относятся подобные вебинары, презентации, вебинары по партнерской программе, целая череда обучающих мероприятий, которые проводят лидеры нашего бизнеса, с понедельника по воскресенье, причем на целом ряде уже европейских языков. У нас есть и венгерский, и французский, и немецкий, сегодня будет презентация на немецком языке. У нас есть словацкий, чешский. То есть было бы желание приглашать своих партнеров, проживающих в этих странах, говорящих на этих языках, получить информацию о нашем проекте. И высока вероятность, что после того, как они получат эту информацию, могут приобрести любой из пакетов, и ваш бизнес может развиваться там. Также у нас есть живые, как мы говорим, либо презентации, которые проходят в целом ряде городов и стран. Найти информацию об этом можно на странице нашего главного сайта в разделе о компании «Региональные лидеры». И там есть ссылка на ежемесячное расписание вебинаров, презентации, в каких городах они проходят, кто ведущий, с телефонами. Опять же, это сделано для удобства наших партнеров, чтобы они могли в этих городах приглашать, и близлежащих городах, например, людей, которым может быть интересно развитие нашего проекта. Как мы говорим, было бы желание развиваться. Вот раздел расписания вебинаров в разделе «События» нашего личного кабинета. Вы можете кликнуть по любому мероприятию, которое выбираете на этой неделе. Там есть реферальные, там есть ссылки для того, чтобы вы вошли в комнату. То есть используйте данные инструменты. Обращение в службу технической поддержки 24 часа в сутки. Причем уже, скажем так, на целом ряде европейских языков. И на том же немецком языке, и на французском языке у нас отвечает со страниц сайта. Сегодня получена информация о технической поддержке. Есть скайп-адреса, скажем так, техподдержки на венгерском, на словацком, на чешском языке, на польском языке. По сути, предложение, которое делает каждому инвестору компании Skyway Capital сегодня, действительно это отличная возможность стать частью крупного инвестиционно-инновационного проекта, приложить для этого свои, скажем так, физические, моральные, духовные усилия, финансовые, в том размере, в котором вы определитесь. Вы знаете, специалисты по финансовой грамотности, они рекомендуют десятую часть вашего дохода ежемесячно реализовывать в направлении создания инвестиций, которые будут вас кормить в будущем. Кормить вас, а возможно ваших детей и внуков. И эта возможность есть у каждого партнера компании Skyway Capital сегодня. На данном слайде вы видите адрес нашего офиса в Москве, телефон, сайт наш Skyway Capital и службы технической поддержки, в которую вы можете писать свои рекомендации, какие-то вопросы и так далее.
По большому счету, информация, которую я хотел вам дать на презентации компании Skyway Capital, наверное, это вся. Одно могу добавить, что периодически, что касается партнерской программы, у нас устраиваются различные промоушены, конкурсы, как это называют, да, и, как правило, победители, точнее, те люди, которые выполняют условия этих конкурсов, они вознаграждаются отдельно. Вот буквально на прошлой неделе, 26 числа, закончилось пребывание с 20 по 26 число лидеров, которые выполнили условия предыдущего конкурса на Кипре, и отдыхали, и веселились, и учились, и работали. 25 числа на Кипре была еще и презентация проекта компании Skyway Capital. Вот. Поэтому, если вы не прочь, да, посещать экзотические места нашей планеты, развивать бизнес, зарабатывать деньги сейчас, то для вас это отличная возможность. Да, Юрий, я вот смотрю, вопросы пошли, да, что вы взяли рассрочку на 10 месяцев. Если вы взяли ее на 10 месяцев, соответственно, вы можете спокойно эти 10 месяцев ее выплачивать. Захотите выплатить ее быстрее? Пожалуйста, потому что такая возможность в личном кабинете предусмотрена. Вот. А крайний срок пакета, вот то, что здесь задали вопрос, да, Дмитрий Геннадьевич, что когда крайний срок пакета, покупки пакета акций с рассрочкой на 10 месяцев, этот срок у вас установлен в личном кабинете. Если вы заказали себе рассрочку, то в разделе рассрочки в личном кабинете, там где инвестировать, да, вы можете зайти, там есть таблица. И там стоит дата последняя, когда вам нужно рассрочку оплатить. При рассрочке, когда вы выплачиваете, если вы взяли на 10 месяцев, у нас есть возможность отложенного платежа, ну, мало ли бывает, да, то есть вы заплатили сегодня, у вас подходит срок следующего месяца, вы не можете заплатить, вы можете зайти и нажать отложенный платеж, но в следующем месяце вам нужно будет сделать двойной платеж. Вот. В течение рассрочки у нас было реализовано не больше 3 раз, вы можете это сделать. Но если вы, допустим, отложили платеж сейчас, и в следующем месяце вы будете пытаться ее отложить, это у вас не получится, потому что в следующем вы обязательно должны заплатить двойной платеж. Сроком 10 месяцев. Я понял, Юрий. То есть, в принципе, если вы взяли рассрочку сейчас, у вас есть 10 месяцев, в течение которых вы должны будете ее оплатить. То есть, никто условия менять не будет потом. Да? Вы сейчас вот сделали, как говорится, договорились на берегу, и, соответственно, спокойно можете плыть и в дальнейшем выплачивать те числа, которые указаны у вас в личном кабинете. То есть, ну, в принципе, каждого следующего месяца того же числа, что вы сделали. Какие еще у вас есть вопросы, коллеги? Как я уже говорил, завтра в 17 часов будет информация по бизнес-плану, по маркетинг-плану, по, точнее не по бизнес-плану, правильно, это партнерская программа, либо маркетинг-план. Бизнес-план это у компании, да, когда мы что должны построить, когда мы должны выйти на рынок и так далее, и так далее. Хочу вам сказать спасибо, то, что были сегодня на вебинаре. Вот. Посещайте эти вебинары, приглашайте тех, кому это может быть интересно. Но судя по тому, что в нашем чате не появляются вопросы, я на себя беру смелость, наверное, закончить сегодняшний вебинар. Хорошего вам всем вечера. Здоровья, любви, денег. До новых встреч у нас здесь на онлайн-мероприятиях. Посещайте наши офлайн-мероприятия. Вот. Приглашайте туда новичков. Потому что человек, который услышит информацию от третьего лица, как правило, он лучше реагирует, чем от своего родного близкого, да, которого он привык видеть там врачом, учителем, неважно кем. Но никак не инвестором, например, и не бизнесменом, да, такое бывает. Как говорит Рэнди Грей, что для большинства нашего окружения экспертом является парень в черном костюме с черным чемоданом из другого города. Либо по-русски это звучит так, что в своем отечестве пророка нет, к сожалению. Но ничего, даже если вам говорят сейчас нет по каким-то причинам, да, но периодически раз в месяц, там раз в 3 месяца вы людям так как бы незначай сообщаете новость о том, что у нас уже сделано вот это, появляются люди, которые в дальнейшем принимают решение сотрудничать с нашей компанией, приобретение пакетов долей компании, становятся инвесторами. И также из консерваторов, которые у меня были сегодня, становятся консерваторами в направлении того, что это случится, реализация, скажем, нашего проекта в ближайшее время. Вот чего я вам желаю. До новых встреч, друзья. До свидания.